дорогие друзья, если вы хотите выбрать себе какую-то кухню, не забывайте, что самое практичное, это когда внизу у кухни выдвижные ящики. Лучше только выдвижные ящики, потому что тогда у вас все будет на виду, а обыкновенные шкафчики, там будет все валиться. Вверху это ладно, но внизу лучше, чтобы были такие шуплатки. Это очень практично. Отлично, если духовка будет немного выше. Холодильник можно купить и встроенный маленький, и отдельно купить себе морозилку, смотря по тому, какая у вас семья и сколько вам требуется места для замораживания продуктов. Просто прекрасно смотрятся и супер практичны выдвижные ящики для напитков, для больших упаковок. Друзья, выбирать кухню с огромными вентиляторами сейчас и не модно, и они будут жиро- и пылесборниками. Это непрактично. Стол лучше выбрать не такой длинный, но широкенький. Варочная поверхность, конечно, в идеале, когда она все-таки белая, потому что если особенно чисто черная поверхность, то на ней будет видна пыль и любые капельки. Прекрасно, когда есть такие отделы для ваших ложечек, вилочек и приборов. И когда есть маленькие шуплатки тоже для маленьких предметов. Супер классно, когда в боковом углу у кухни есть вот такие выдвижные ящики. Это супер классно, потому что у большинства кухонь такая ошибка, что там просто пустое место, просто пылесборник, и эти метры никак не используются. Это очень классно, когда у кухни есть выдвижные ящики в этом боковом углу. Прекрасно, когда есть подсветки, они обязательно вам понадобятся. Если их не будет в вашей кухне, то тогда можно самим сделать. Практично место для мусора с разделами для деления мусора. Будет очень аккуратненько тогда. Хорошо, когда в кухне без проблем можно заменить бытовую технику, и кухня будет выглядеть так же эстетично, как прежде, не будет меняться ее внешний вид. Это очень важно. Эстетическое удовольствие хозяйки доставит прекрасный фартук. Самые лучшие мойки, как показала практика, беленькие, потому что на них не так видно капельки, всякие брызги. Все хозяйки однозначно это говорят. Белый цвет, он очень практичный. Некоторые думают, что наоборот маркий. Но нет, и даже полы белые, если только вы не ходите в обуви грязной с улицы, то полы белые, это тоже супер отлично. Наоборот, на них меньше пыли садится. Белый цвет не так притягивает пыль. А черная поверхность – это настоящий магнит для пыли. Поэтому, если вы любите черные поверхности, черную плитку, черную варочную поверхность, черную мебель, то вам нужно побольше, почаще убираться. Я желаю вам прекрасного дня, прекрасных покупок. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, друзья, если это видео было вам полезным. И до новых встреч. Пока-пока!